Привычка усладила горе, неотразимое ничем. Открытие большое вскоре ее утешило совсем. Она меж делом и досугом открыла тайну, как супругам самодержавно управлять. И все тогда пошло настать. Она езжала по работам, солила на зиму грибы, вела расходы, брила лбы, ходила в баню по субботам. Служанок била, сердясь, все это мужа не спросясь. Бывало, писывала кровью она в альбомы нежных дев, звала Полиною Просковью и говорила нараспев. Корсет носила очень узкий, и русский «Н», как «Н» французский. Умела в нос произносить, но скоро все перевелось. Корсет-альбом «Княжну Алину», стишков чувствительных тетрадь она забыла, стала звать Акулькой прежнюю Селину. И обновила, наконец, на фате шла форы чепец.